Много вы говорите о сообществе, которое вы будете организовывать, развивать, уточнять их вопросы. Сколько человек сейчас вообще действительно генерирует казахстанский контент в Википедии? И как вы планируете увеличивать это число? Работа в социальных сетях, какое-то продвижение, собственно, общественного фонда. Что вы предпримете, чтобы это количество увеличилось? Ну, скажем, сегодня зарегистрированных пользователей казахской Википедии больше 8500, но активных пользователей, конечно, не так много. На сегодняшний день, вот, скажем, когда мы начинали свою деятельность, количество статей в казахской части Википедии было чуть больше 8000. Сегодня и там 25000 статей, и ежедневно мы растем, ну, примерно на 500-600 статей. Вот сегодня работает порядка 150 волонтеров, которые объединились вокруг общественного фонда «Викибелем». Я очень надеюсь, что при поддержке журналистов, при поддержке общественности к этому проекту можно будет пригласить и заинтересовать достаточно много людей. В том числе мы готовим первую казахстанскую конференцию «Википедия», где будут подниматься эти вопросы по созданию сообщества и развитию. Мы планируем запустить проект, который называется «Послы Википедия». В идеале послы Википедии должны быть во всех регионах и во всех кампусах страны, которые будут, скажем так, продвигать проект в своем круге, в регионе, будь то университет, либо школа. Еще раз, несомненно, этот проект не может быть реализован при поддержке государства, либо одной какой-то компании, либо группой людей. Это проект, который может состояться только при поддержке большого количества людей, которые могут организоваться вот в такое сообщество. Да, конечно, мы используем все возможные инструменты. Мы обращаемся к журналистам сегодня, мы обращаемся и к социальным сетям, и все возможные технологии, которые могут нам помочь, будут использованы. Обращаться – это одно, а присутствовать в них в социальных сетях вы собираетесь? Да, конечно же. Хорошо. Такой вопрос в лоб. Вы есть в Фейсбуке, в Твиттере сами? Да, я есть в Фейсбуке. То есть вот по Кенджи Ханулы и он, вы можете нас найти в Фейсбуке. Конечно. Отлично. И последний вопрос. Ваш путь относительно Википедии, ваш личный путь, почему вы заинтересованы этим вопросом и хотите так серьезно этим заниматься? Мой основной язык общения и работы – это казахский язык. Каждый раз, когда я захожу в интернет и пытаюсь что-то найти на казахском языке, это практически невозможно. Я пытаюсь найти, скажем, сказку, чтобы прочитать своему сыну вечером. В интернете я ничего не нахожу. Хотя я могу это сделать и со своим айфоном, либо iPad, либо компьютер. Естественно, интернет и на работе, и дома есть. И таких, как я, очень много. Мы очень много об этом говорим, но, к сожалению, мало делаем. Я хочу, чтобы мой сын мог свободно найти сказку, мультик, любую другую вещь, которую ему интересно на казахском языке. Поймите, что, скажем, тот же школьник, который закончил казахскую школу в ауле, он поступает в любой университет на любую специальность, будь то на русском или на казахском языке, он вынужден читать материалы на русском языке либо на английском языке. Пока не будет возможности свободно получать информацию и знания на своем языке, к сожалению, состояться как профессионал, как человек людям очень сложно. Мы практически искусственно выталкиваем людей из своей языковой среды. Википедия – это прекрасная возможность для того, чтобы люди, ищущие вопросы на простые, ответы на простые вопросы, как «что это» или «кто это», мы должны иметь возможность найти ответ на эти вопросы. И последнее. Вы сами писали когда-нибудь для Википедии? И на какие темы? Конечно. На какие темы затрагивали? Скажем, я месяц назад вернулся из учебы в Соединенных Штатах, я написал статью о своем университете. Сейчас мы занимаемся развитием сообщества, и ежедневно мы работаем над редактированием материалов, которые пишутся другими людьми. И последний вопрос. Сколько лично или виртуально вы знаете авторов казахской Википедии? То есть с кем вы общаетесь? Ваше вот такое маленькое собственное 180 человек. 180 человек. То есть это та команда, с которой вы и приступите сейчас. Спасибо.